Кто больше волновался, организаторы церемонии или сам Максим Егоров, оценить сложно. Зато ясно другое – этого момента ждали все, кто находился в зале. Позади трехдневные выборы, на которых за Максима Егорова проголосовали 84,95 избирателей региона. И вот первый в истории глава Тамбовской области приносит клятву. Вступая в должность главы Тамбовской области, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Тамбовской области, верно служить населению области, защищать его интересы, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации. С приветственным словом к Максиму Егорову обращается высокий гость, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Уверен, Максим Борисович, что ваш опыт и боевой настрой придадут тот самый долгожданный новый импульс развитию области, будет продолжена реализация стратегических инициатив главы государства по всем направлениям. Желаю вам успехов в вашей работе, а жителям Тамбовской земли добра, процветания, оптимизма и благополучия. Уже через несколько минут глава региона заходит в зал областного драмтеатра. Вокруг люди, которые оказали ему доверие на выборах. Вы все знаете, что мы должны делать. У нас предстоит большая работа. Действительно, про нашу область начали забывать. Про нашу область как-то вспоминают только про еду и про картошку. Да, насколько у нас есть замечательных, прекрасных мест, какие у нас работают, самое главное, замечательные люди. И что мы можем сделать для нашей Родины. Улучшение качества жизни в областном центре и на периферии, привлечение молодежи в область, создание новых рабочих мест в самых наукоемких и необходимых региону отраслях – это лишь часть задач, которые стоят перед главой Тамбовщины Максимом Егоровым. Решать их нужно оперативно и максимально эффективно, ведь от этого напрямую зависит будущее нашего региона. Дмитрий Шапкин, Илья Тырс, Александр Кобзарев, Область новостей.